В Шымкенте поставили точку в деле о громком заказном убийстве. Сегодня суд вынес приговор в отношении киллера и заказчика убийства известного бизнесмена. Летом прошлого года в Шымкенте смертельно ранили предпринимателя Алдабергенова, который был учредителем ТО ТСК «Рабат». Ему было 55 лет. Мужчину выстрелили, когда он на автомобиле подъезжал к воротам своего дома. Через неделю после происшествия в полицию с повинной пришел его партнер по бизнесу Калдыбаев. Он признался в том, что является заказчиком убийства. Причиной стало требование погибшего вернуть растраченные деньги, которые были получены за тендер на строительство. В итоге Калдыбаев нанял киллера за 5 миллионов тенге. Исполнителю убийства Биходжаеву выплатил аванс в 1 миллион 600 тысяч. Его, к слову, задержали спустя полтора месяца. Сегодня, 25 февраля, суд вынес им приговор. Заказчика убийства приговорили к 15 годам лишения свободы, а исполнителя к 17,5 годам заключения. Алдабергенов выходил из дома, прямо в салоне его автомашины, произвел выстрел из обреза, который он ранее незаконно приобрел, хранил и причинил ему вред здоровью, который не были совместимы с жизнью, и вследствие Алдабергенов скончался в больнице.